Трехстороннее соглашение по трудовым отношениям подпишут в Люберцах в 2020 году. Детали сотрудничества обсудили на заседании комиссии по социально-трудовым отношениям. В нее вошли сотрудники администрации, территориальных объединений профсоюзов, а также представители Союза промышленников и предпринимателей. В защите взаимоотношений между работодателем и работником всегда стоял профсоюз. Во всем мире традиции в этом плане. У нас здесь ничего нового нет, просто мы стремимся все это сохранить. И в этом плане, мне кажется, у нас что-то получается. Трехстороннее соглашение планируют подписать в День труда, а пока выдающихся представителей профсоюзов наградили почетными грамотами и благодарностями. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.